Привет, ребята! Вы любите путешествовать? Ха-ха, ну конечно, это все любят, даже приставки. Приехали как-то в Россию туристы. Приставки иностранки, красивые и умные. А, анти, архи, гипер, гипо, де, дез, диз, дис, интер. И другие. Почти все были очень общительными и быстро подружились с русскими словами. Так появились супермодель, ультрафиолетовый и много-много новых интересных слов. Другие приставки стеснялись, держались в стороне и не хотели заводить дружбу со словами. Поэтому их стали писать через дефис. Вице-президент, экс-министр, унтер-офицер, обер-лейтенант, лейб-гвардия. А остальные приставки иностранки пишутся слитно. Асоциальный, архиважный, гиперактивность, демонтаж. Ребята, хотите говорить и писать правильно? Тогда не пропускайте наши эфиры, и вас никогда не собьют с толку слова-ловушки. Пока-пока!